Братья и сестры, у нас сегодня много гостей. Если у вас получится немножко присесть потеснее, те, которые с краю, если это возможно, немножко на середину садитесь, чтобы кто придет попозже, с краю могли рассаживать людей. Пожалуйста, спасибо большое.
Море, скорей к Христу с пути греха сверни. Что наша жизнь мелькают дни за днями, еще не жил и вот уже и то. Подумайте и выбирайте сами. Всему начало и конец есть Бог. Что наша жизнь мелькают дни за днями, еще не жил и вот уже и то. Подумайте
и выбирайте сами. Всему начало и конец есть Бог. Всему начало и конец есть Бог. Слава Господу, братья и сестры! Прежде чем читать, начинать богослужение, я хочу выразить всем родственникам, жене Надежде, Валентину, Лиле, Саше, Розе, Тане и Николаю свое сочувствие. Пусть Бог укрепит вас и поддержит свыше, потому что Его утешение – это самое лучшее утешение. Я буду читать вместо Священного Писания один только стих – и мы будем молиться, просить, чтобы Господь Бог благословил все это служение. Исаия 3 глава, 10 стих говорит такое слово. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих». То, что для нас еще предстоит. Но Бог говорит, что «скажите праведнику, ибо благо ему». Я думаю, что и уверен, что для Александра сегодня уже благо, а для нас еще дорога. И потому попросим, чтобы Бог благословил нас всех в этом собрании, и Его служение было наполнено духом утешения для каждого сердца, пришедшего сюда. Аминь. Встанем, будем молиться. Господь, мы благодарны Тебе сердечно и славим Твое святое имя. Нашего Бога, Творца и Вседержителя, слава Тебе и хвала Тебе, аллилуйя Тебе. Благословляем Тебя, наш вечный Создатель, Творец наш и Вседержитель нашей жизни.
Аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе. Аминь, ребедеш, так и не мада грабадеш, толлебада грабедеш, сына Аува Отче. Мы призываем Твое утешение, Господь всемогущий, аллилуйя. Мы призываем, Господи, Твое благословение на это служение, Господи. На каждое сердце, которое сегодня пришло на сие место, да будет милость Твоя, Владыка наш Небесный. Мы благословляем, Господи, Боже, эту певческую группу, хор, Господь всемогущий, свидетельство, Господи, проповеди именем Твоим святым, аллилуйя. Пусть веяние Духа Твоего Святого, оно будет производить работу среди наших сердец. И да будет слава Тебе за все, потому что Ты Бог, единый, достоин славы, достоин чести и поклонения. Аминь.
Небеса с каждым днем родней и ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Небеса манят и ждут меня. Небеса с каждым днем родней и ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Небеса манят и ждут меня. Небеса с каждым днем родней и ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Друзья, пожалуйста, родители и все подростки, вот детская воскресная школа, пожалуйста, пройдите в домик, там будет, потому что за неимением мест люди много стоят. Вы можете пройти, там будет экран и посмотреть там, а кто-то со взрослыми там может пройти с ними. Воскресная школа, кто-то не пошел, может быть, дети не воскресную не ходят и не пойдут никуда, будут сидеть. Вы можете освободить места, наши члены церкви, родители, позаботьтесь об этом, проследите, чтобы какая-то часть детей поднялась и перешла. Ну, мы тем самым проявим гостеприимство за неимением мест. Пусть Бог благословит всех нас. Знаете, такое служение, вот что нельзя просто попроповедовать и не выразить слова соболезнования. Каждый брат, наверное, будет выходить и после меня, и вот Славик начинал. И на всех похоронах мы всегда говорим какие-то соболезнования, какой-то добрый пример, свидетельство, особенно если мы знаем этого человека. Мы знаем этого человека, он наш член церкви, он служитель, был диакон в церкви, я его очень хорошо знаю, как и все мои братья. И мы некоторые моменты было, знаете, переживали вместе с ним, один на один, бывало, разговаривали. Были такие моменты, за которые надо было переживать, какое-то неустройство в церкви. И мы с ним говорили об этом. Мы, Саша всегда с улыбкой, и больше он меня как бы пытался найти слова утешения, как бы успокоить, не переживай, Сергей, я такой немножко больше эмоциональный, наверное, чем он был. Ну, вот такие вот моменты мы с ним переживали. Чтобы он там чем-то отметился таким неприятным в церкви, такого мы не знаем. Мы знаем Сашу только с хорошей стороны. Да благословит Господь родственников услышать эти добрые свидетельства. И они искренне, не то, что мы, знаете, надо что-то найти доброе о плохом человеке сказать. Это не тот случай, это тот случай, когда приятно говорить о человеке, что доброе и много доброго, хорошего. Никогда он нигде не проштрафился, знаете, в каких-то негативных моментах. Да благословит Господь всех родственников и тех, кто были очень рядом с ним, дети,
Пусть он останется на всю жизнь до вашего до пришествия Христа, до нашей смерти примером, особенно для детей, племянников, родных и близких, молодого поколения. Да благословит всех вас Господь, и примите еще раз от всех нас слова соболезнования. Читаю. Еще хочу одно сказать от Саши, когда вот объявили, что Саша ушел в вечность. А я сразу, у меня первая мысль, думаю, а мы же с ним ровесники, мы одного года с ним, 67-го. 56 ему еще не исполнилось, ему в декабре будет, да, Валентин? А мне уже было в августе 56 лет. И это мой ровесник, и уже уходит, и я сижу и думаю, слушай, уже горизонт вечности появился перед нами. Ну, если так, визуально говорить, хотя мы недавно провожали и 20-летнего человека. Вот Славик Свержевский начинал, ихнего сына хоронили в 20 лет. На этой неделе мы 75 лет сестру провожали вечность. И Господь, смотрите, какое слово говорит. Книга Иова, 7 глава, 1 стих читаю. «Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли что наемника?» Еще мы знаем, Бог Моисею однажды сказал, «Доселе дойдешь, и далее не перейдешь». Если все вот это перефразировать на сегодняшние слова, Бог положил предел, который никто не перейдет, абсолютно. Конечно, есть место, я сейчас обращаюсь больше к молодому поколению, есть такое слово у Екклесиаста, «Зачем тебе умирать не в свое время?» Мы видим, что это такое. Вот именно вот эта площадка, похоронное служение, это площадка для того, чтобы всегда обратиться и к молодым, и всем задуматься о вечности. Есть такое, что Бог определил предел, который мы не перейдем. Но зачем нам умирать не в свое время? И есть время, когда мы сами сокращаем дни жизни. Это пьянство, это наркотики, это техника какая-то, которая не для того, чтобы не средство передвижения, а для адреналина. И она обманывает нас, враг обманывает и дает, загоняет в погибель. Пусть Бог благословит и помилует, и помнит всем нам всегда, зачем нам не умирать не в свое время. Но Саша умер в свое время, он ничем этим не занимался, он жил, служил и трудился Господу. Но вот такие дни определил Господь для него. Теперь, может быть, многие вопросы задают, что почему болеет человек в такое время. А сколько в последнее время мы провожаем вечность больных людей? В пандемию. Я был однажды в Суламите. Человек тоже такой, моих годов, может быть, на год-два меня старше, в 21-22 год умирал. Умер. И дети выходили, свидетельствовали. И вот он болел, и уже так истомилась плоть его. И он уже детям в больнице. Дети молятся, не отпускают. Господи, папу, не отпускаем, все. А он уже их просит, говорит, отпустите меня, я уже готов. Иногда через болезни Бог вообще забирает человека, полностью отрешенного от этого мира. Мы не всегда в таком состоянии пребываем, когда мы в полном здравии, когда у нас все хорошо. И Господь для нас, чтобы, если кто-то не хочет болеть, например, ну вот Саша, блаженные люди, которые болеют, это тяжело смотреть родным, это скорбно очень, особенно когда раньше времени, на наш взгляд, уходят люди. Но когда человек в болезни, он отрешается от этого мира, уже его ничто не держит, и тогда Господь как добрую почву забирает его из земли, любого из нас. Надо об этом помнить. Но Бог милость не всем может явить такую. В болезни, в скорбях человек приготовляется. Мы выезжаем на машинах, мы идем пешком. Нас сбивают машины или просто останавливается сердце. Внезапно нет времени, когда отрешиться от этого мира. Мы должны всегда быть в этом состоянии. Я просто обращаюсь к нам живым. И это собрание для всех нас. Любое слово, которое звучит сегодня, это для нас, молодых. И даже свидетельство о Саше. Он уже закончил свой путь. Он уже у Господа. Как Екклесиаст пишет в 12 главе, что прах идет в землю, а дух идет к Богу. Саша ушел к Богу. И однажды мы имеем надежду на встречу. Я прочитаю еще одно место Писания. Мы будем молиться, потому что много братьев хотят коротко сказать какие-то свидетельства. Поэтому я не буду затягивать. Это у нас Фессалоникийцам будет. Можете открыть, высветить на экран. 4 глава, несколько стишков читаю, с 13 и ниже. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам слово, словом Господним, что вы... Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Не предупредим, тут звучит как «не опередим». Мы не придем вперед них в Царство Небесное. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде.
потому что оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках, встретены Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Всегда это означает вечно. Не будет конца и края нашего общения в вечности. Как это ценно и дорого. Друзья, все мы живущие, оставшиеся в живых. Хорошо, что сегодня есть такое собрание. Плохо, что Саша рано ушел. Но хорошо, что когда мы часто... Лучше идти в дом плача, в дом печали, нежели в дом радости. И кто сегодня пришел, лучшую часть избрали. Чтобы услышать это слово, чтобы поскорбеть с родственниками, чтобы, и написано, и так утешайте друг друга всеми словами. Да благословит Господь. Еще раз обращаюсь к родственникам. Он послужил добрым примером. И не только для вас, но и для нашей церкви поместной. Мы его хорошо знаем. Слава Господу за эту жизнь, которую он прожил на земле. Что приятно. Я знаю его папу очень хорошо. Мы с ним, как-то мне приходилось его до дому подвозить. Я там вез вечерю, и мы сели. И такую у нас была беседа, раз и два. Он подходил ко мне сколько раз. Дядь Петя, мы его дядь Петя звали тогда, Карп. И он всегда так, Сережа, Сережа. И мы, не знаю, я сказать, что я друзьями был в семье Карп, нет. Но у меня очень теплые были отношения по церкви. Со всеми Карпами, с ихним отцом в первую очередь, потом Саша, ну и Валентин уже, он помладше, мы уже знаем друг друга лет 20, как мы приехали в эту церковь все. Давайте мы попросим благословения на песнопение, чтобы все, что было сказано, услышано, пропето, чтобы оно послужило в утешение родным и близким, а нам всем в назидание. Давайте мы предстанем пред Господом и попросим благословения на это служение. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя и славим, наш великий Господь, слава Тебе, аллилуйя Тебе, Боже, аллилуйя Тебе, Иисус, слава Тебе, Господи, что Ты даровал нам эти утешения, Господь, мы благодарны Тебе, Боже, за слово утешения, которое Ты оставил через апостола Павла, через пророков, Господи, Боже, слава Тебе за эту милость, мы имеем слова утешения от Тебя, Господь, в эти скорбные дни, Господь, благослови. Благослови это собрание, чтобы оно послужило всем нам в назидание, Господь. Мы молим Тебя, услышь. Утешь, Господи, сердца скорбящих, родственников, близких, детей, жену, Господи, благослови. Благослови, Боже милосердный, мы молим Тебя. Аллилуйя Тебе, Господь. Мы славим Тебя, что мы получили эту надежду, Господи, на встречу вечности, Господь. Мы имеем надежду, Господи, через жертву, через Голгофский крест. Слава Тебе, наш Бог! Ты сроднил нас кровью Своею. Иисус, Господь, мы славим Тебя и благодарим. Да будет имя Твое прославлено и в этом собрании, Господи. За все Тебя славим, благодарим и величаем. Достоин Ты, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. We'll be right back.
Отец. Уходят любимые, уходят. Господь утешит побед. Мы их увидим скоро. Сестра Надя, брат Валентин, все ваши родственники, мы вам искренне соболезнуем. Тяжело потерять родного, близкого человека, и мы здесь, на этой земле, мы кратковременные гости. Придет и наш черед, кто-то раньше, кто-то позже, но и наша фотография, она будет стоять на этом месте. Но да утешит вас Господь. Чисто по-человечески тяжело сегодня найти какие-то слова утешения, слова поддержки для вас. Но когда обращаемся мы к Слову Божьему, то Слово Божие говорит нам: «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо Он надежда моя, только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Да утешит вас Господь. И я прочитаю стих для вашего утешения. «Не плачьте обо мне, ведь я ушел. Одежд, платков не одевайте черных. Возрадуйтесь со мною, я живу среди людей, на небо приглашенных. Не плачьте обо мне, я в небесах. В чертогах царских славлю Иисуса. Сижу у ног, смотрю в Его глаза, и ангельские песни всюду льются. Не плачьте обо мне, здесь хорошо. Нет боли, нет печалей, горя и разлуки. Я так легко и радостно дышу. Остались на земле горестные муки. Не думайте о том, что жалкий прах покроется землей сырой могильной.
Меня там нет, я в чудных небесах, меня унес на крыльях ангел сильный. Не плачьте обо мне, не надо слез, вы взор печальный в небо поднимите, возрадуйтесь со мной, Иисус Христос привел меня к себе в свою обитель. Не плачьте обо мне, я буду ждать вас там, где свет Христа не угасает, где больше просто незачем страдать, пришедшим, где Бог слезы утирает. Не плачьте обо мне, ведь я ушел. Платков, одежд не одевайте черных. Я вечно буду жить. Мне место дал Христос среди спасенных. Да благословит вас Бог. Аминь. Дорогие друзья, я прочитаю программу. Значит, сейчас у нас будет общее пение, потом сестра Татьяна поделится с нами некоторыми своими переживаниями и расскажет, немного засвидетельствует. Далее квартет будет, и до песни брат Александр Гудь тоже скажет несколько слов. Далее споет братская группа, и будет проповедь брат Павел поделится с нами словом. Давайте вставшие в своем общем пении. Из рук ее принять меня. Там впервые встречусь я с тобою, и глаза мои узрят тебя. Там впервые встречусь я с тобою, и глаза тебя. А пока с надеждою живою я живу, пока свой час умру. Ты мне ближе, чем песок прибою, и дороже, чем вода в жару. Чем песок прибою, и дороже, чем вода в жару.
смерть – это реальность. 4 года назад мы узнали о болезни у Саши. И пришла полная переоценка в нашу жизнь. Мы все стали дружнее. Каждое воскресенье после вечернего собрания мы собирались у Саши дома для молитвы. Это было хорошее время для смирения, покаяния и очищения. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Саша ночами молился и уединялся для общения с Богом. Как он говорил, там ему Бог по-особенному открывал Писание. И как однажды сказал Валентин, когда наше состояние больше нравится Богу, мы не знаем. Теперь, когда мы в постах и молитвах, или тогда, когда у нас было все хорошо. 4 года Бог нам дал хорошее время для подготовки. И вот, 14 сентября в 2:15 утра в присутствии детей и родных во время молитвы Саша сделал последний вздох, и его уже с нами не стало. Господь пригласил его в вечные обители, там, где наши папа и мама, куда и мы все придем. Саша родился в Молдове. Там и проживала наша семья, родители Петр и Зинаида, старшая наша сестра Роза, Саша, Татьяна и Валентин. Детские и подростковые годы мы всегда были рядом. Так много есть о чем вспоминать. В то время, когда мы с Сашей были подростки, это 80-е годы, Библии были в дефиците. У нас дома была только одна большая настольная книга, которую папа обшил в толстую ткань, чтобы она не бросалась в глаза, если кто-то зайдет. Папа читал Библию всегда вслух, и как мы все жили в одной комнате, то могли все ее слушать. Но однажды, не знаю откуда, отец принес в дом небольшого формата Библию и подарил ее Саше. И сказал: «Сынок, я хочу, чтобы ты ее читал». Это было так ценно в то время. И вот однажды мы с Сашей договорились, кто быстрее прочитает Библию. Начали вместе. Через некоторое время я спрашиваю его: «Ты где уже читаешь?» Он сказал, и это было намного дальше, чем я. Тогда я решила пропускать все родословия. Подумала, зачем мне эти дядьки с такими трудными именами? Лучше я смогу его догнать. Но и это не помогло. Он все равно отрывался намного дальше, чем я. Он читал с огромной охотой и запоминал истории намного точнее. И так я отстала от него далеко. Он как будто по 2 строки читал сразу. Потом, когда ему было 16, а мне 14, мы вместе приезжали на молодежные собрания в город Черновцы. И чуть позже мы переехали туда жить. Там, в церкви, он полюбил Надю. И они поженились, когда ему было 22. У них родилось 3 детей – Алина, Алла и Вадим. И в 1997 году они переехали в Америку, первые из нашей семьи, а потом всех нас приняли к себе. Церковь Христа Спасителя – это первая церковь, где они стали членами церкви. А потом и мы все в эту церковь присоединились. Саша все решения принимал очень быстро и твердо. И, как Надя говорит, это были хорошие и правильные решения для их семьи. А так он и жертвовал быстро и без исследования. Сказали надо, он тут же выделял щедро. По свидетельству Нади, жадным он никогда не был. В той церкви, где мы вырастали, собирались по домам.
не было возможности купить дом молитвы. Но когда мы подросли, папа предложил нам помочь приобрести в том селе дом молитвы. Саша много труда там вложил. Но вскоре и тот дом стал маленьким. Валентин и папа снова решили построить новый дом молитвы. И тут Саша тоже участвовал очень много. И в нашей местной церкви Саша тоже много потрудился. Он любил, чтобы в доме молитвы все было в надлежащем порядке. Так научали нас наши родители. Хоть и есть такая пословица, незаменимых людей нет. Дорогие дети, Вадим, Аллочка, Алинка, есть, это ваш отец. Вы больше никогда не увидите на вашем телефоне звонок от папы. Он не спросит, как у вас дела. Он больше не пройдется в вашем доме и не скажет, вы идете на собрание. Никогда не обнимет вас и ваших детей. Его молитвы больше не будут для вас поддержкой в трудную минуту. Вашего отца вам никто не заменит. Я хочу немного засвидетельствовать также о брате Саше. Он, как Таня сказала, родной брат моей жены. Здесь очень много присутствует моих земляков и друзей. Я перейду на украинский язык. Трохи хочу рассказати. Він дуже добрий був для мене. Скільки було таких моментів в житті. Щось попросиш, він тут же приїжджав. Ніколи не відказував. Сама важка робота завжди припадала йому в селі. Коли ми приїжджали в село, батьки мали на полі давали роботу сапати кукурудзу. Ну, я беру один рядок, Валентин бере, моя дружина, а він 2-3, для нього не було проблем. Здоров'я мав, Бог благословляв його, ми радувались. Коли він приїхав в Чернівці, коли у нас було будівництво молитовного будинку у нас в Чернівцях, він також посильний вклад робив, завжди приходив, допомагав. Коли переїхали до Америки, він багато років виконував в цій церкві обов'язки адміністратора. Постійно був у церкві, наскільки я пам'ятаю, скільки було ремонтів, він завжди прикладав руки. Зумів організовувати братів, які допомагали. Багато також з фінансів вкладав своїх. Він також прекрасно настроїв братів, які відповідають за апаратуру. Він завжди був, всякі мітинги робив. Я також хочу звернутися до дітей. Ваш тато Аліна, Алла, Вадім був чесним і справедливим. Вам є з кого брати приклад. Він зробив, показав приклад, як треба працювати, трудитись у церкві. Нехай Господь вас всіх благословить. Ми сумуємо разом з вами. І хочемо ще заспівати пісню. Thank you.
розчужини, бо ніде душа моя сумна не знайде такої сторони, бо ніде душа моя сумна не знайде такої сторони. Чудовий край на небесах чекає на мене, де сліз не буде на очах, де сум весь про мене чарівна, там завжди блакить. Вітрів і хмар нема, навіки з Богом буду жить, де лиш любов одна. Вище зір моя країна мила, тільки там спокій душа знайде, і несуть могутні віри крила, крила. Вічний край, де сонце не зайде, і несуть могутні віри крила, крила. Вічний край, де сонце не зайде. Чудовий край на небесах чекає на мене, де сліз не буде на очах, де сум весь про мене чарівна, там завжди блакить. Вітрів і хмар нема, навіки з Богом буду жить, де лиш любов одна. Там не буду суму більше знати, про мене все горе назавжди. Сам отець там буде зустрічати, тож постійну вину я туди. Сам отець там буде зустрічати, тож всім серцем лину я туди. Чудовий край на небесах чекає на мене, де сліз не буде на очах, де сум весь про мене чарівна, там завжди блакить. Вітрів і хмар нема, навіки з Богом буду жить, де лиш любов одна. Чудовий край на небесах чекає на мене, де сліз не буде на очах, де сум весь про мене чарівна, там завжди блакить. Вітрів і хмар нема, навіки з Богом буду жить, де лиш любов одна.
кожним днем дороге небо зоряне. Я бажаю і хочу там будь, де панує любов непритворна. Хочу я поселитись і жить там, де сонце ночує і де зіранка днює. Є країна чудова, свята. Там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов. Там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов. На землі я чужий, на землі я не свій, друже ти, і я тут в гостях. Може, влітку чи взимку, або навесні я закінчу життєвий свій шлях. Там, де сонце ночує і де зіранка днює, є країна чудова, свята. Там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов. Там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов. Дороге небо зоряне, мене валить воно у вісні, де панує любов непритворна. Я хочу бачить Ісуса скоріш, там, де сонце ночує і де зіранка днює, є країна чудова, свята. Там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов. Там Ісуса побачу і від щастя заплачу, що додому нарешті прийшов. Мир вам, дорогие. Я рад быть на этом месте. Вы знаете, это слова Иисуса Христа, когда Он, где бы ни приходил, Он говорил: «Мир вам». Я когда пришел в этот дом впервые и начал общаться, начал говорить, и мы стали братьями по крови Иисуса Христа. Первый раз я пришел как друг, но я после начал ходить как брат домой. Я в любое время мог прийти в этот дом и знал, что есть любовь. И когда приходил, я смотрел на него в этих болезнях, в этом всем он всегда радовался, и я видел в нем Господа. И я хочу, чтобы у нас сейчас кратко мы говорим о том, чтобы наши сердца, они были утешены. И когда Иисус Христос уходил с земли, Он конкретно, ясно сказал, кто нам утешитель. Мы можем, люди, красивые слова высказывать, красиво казать, красиво, но мы не утешим их, как люди.
Но Господь, когда уходил, Он сказал такие слова: «И я умолю Отца Моего, и Он даст другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Дорогие братья и сестры, дорогая семья, дорогой брат Валентин, дорогая жена, дети, я хочу, чтобы Дух Святой, Он был утешителем в вашей жизни, чтобы Дух Святой, как написано, Господь дарует утешителя, чтобы тот утешитель утешил ваши сердца. Не наши красноречия, но Он, когда Он утешает, тогда ты знаешь, утешитель жив. Я в свое время тоже в 11 год потерял мать, маму. И знаете, ты не пойдешь на кладбище, но есть тот утешитель, который слышит, который отвечает, и который отвечает вовремя. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы встали и благословили, чтобы тот Дух Утешителя, Он пребывал с ними, чтобы не было у них, никогда не упускались руки, чтобы всегда в их семье был Господь, чтобы тот Утешитель был с ними. Поднимемся и благословим им, их именем Господним. Головиде кремене элформон лаузе глория, глаузе глория. Дорогой Господь, благослови Духом Святым и благодатью, и утешите сердца, Господи, дабы небо открылось и наполнил Ты благодатью, дабы Ты наполнил утешением, дабы Ты наполнил милостью, миром, и дабы тот утешитель, Он утешил их сердца, дабы, Господи, Господи, это утешение пришло в их дом, в их сердце, в их разум, в их мысли, Господи, дабы сила Твоя, сила действовала, она наполняла кремене глаустемене ритоламен, геллери кромене глаузен, кермона лавиде кремене скемене глоде, ребиде эссен глория, утешите сердца, левидес камен и глаузен, чтобы не наше утешение, но Твое пришло от неба, Господи, дабы та сила, сила утешающая, кербалаварабалаузен, кербалавиде глаузен, прикоснись силой, прикоснись дом детей, Господи, силой, жену утешь, Господь, левидес камен и глаузен, ибо куда Твое утешение, там мир Твой, там благодать Твоя, там сила Твоя, Господь, дабы любовь Твоя, она пребывала. Тебе за все слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Брат Виктор Ижевский, ваше время, вы можете спеть. Далее брат Алексей, свидетельство. И после брата Алексея, брат Любомир тоже поделится своим свидетельством, после которого будет общее пение. А сейчас соло. Слава Богу! Звичайно, сьогодні не так легко говорити тут, на цьому місці, але хочу сказати, що я є свідок. З тих пір, коли Саша прийшов в Чернівці, коли він женився, бо я один із старших дітей, наші дружини рідні. І хочу сказати, що багато я з ним мав також подорожів різних, і там, і на Україні, і в Америці вже тут. І є що сказати, і про що. І можна хочу сказати, що він являвся завжди тим прикладом, яким подобає християнину. Хочу сказати і приєднуюся до тих побажань, до тих свідчень, які говорили мої брати і друзі, що
Я вірю, що Господь його забрав, хоч такий, можна сказати, нежданий час для родичів, можливо, для дружини, але Господь приготував його, і на те, я так розумію, сталася його воля. Моє бажання заспівати одну з пісень, де автор каже, може бути ще раз, в этот тихий час нужно тебе помолиться. Ты взываешь к Отцу, но ответа все нет, и силы слабеют твои. На сердцу и сейчас кто-то нежно говорит, стань на колени, может быть, еще раз в этот тихий час нужно тебе помолиться еще раз на колени склониться. Может быть, еще раз в этот тихий час нужно тебе помолиться еще раз на колени склониться. Ты взываешь к Отцу, ответа все нет, и силы слабеют твои. Но вспомни слова Иисуса Христа, молись постоянно. Может быть, еще раз в этот тихий час нужно тебе помолиться еще раз на колени склониться. Надежда на Христа, слышишь, друг, никогда не постыжает, ведь слезы твои все сочтены, ответ не опоздает. Может быть, еще раз в этот тихий час нужно тебе помолиться еще раз на колени склониться. Может быть, еще раз в этот тихий час нужно тебе помолиться еще раз на колени склониться. Слава Богу. Дорога Христова Церква і сумуюча родина Карп, дозвольте висловити вам щирі співчуття, але вселити в серце надію, що ваш родич пішов в краще місце. Там, де Господь приймає всіх спасенних, всіх святих, і там вічна радість і вічне блаженство. Я хочу прочитати два місця Святого Божого Слова і трошки над ними пороздумувати. Перше місце – це друге Післання до Коринтян, 5 розділ, 1 вірш.
написано: «Знаємо, бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний». І друге місце – це послання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 20 і 21 вірш. Павло говорить: «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його силою, якою Він може і все підкорити собі». Слава Богу! Брати і сестри, апостол Павло мав чітке запевнення або переконання про те, де він та всі щирі послідовники Ісуса Христа будуть проводити свою вічність. Наше місце на небі – це є краще місце, про яке мріє кожен праведний чоловік, жінка, дитина, кожний християнин. І тому апостол Павло тут відкрито заявляє, що ми маємо будівлю від Бога на небі. Друзі дорогі, він заявляє, що наше життя на небесах. Ось це повинно бути жити в нашому серці. Ось така наша надія повинна нас супроводжувати. Пам'ятаємо, якір нашої надії закинений в саме небо. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, то ми сподіваємося, що буде з ним гарна, приємна і благословенна зустріч. Віруючі, які роздумують про цю зустріч, які мріють про вічне блаженство на небесах, вони, звичайно, з великою радістю очікують на персональну зустріч з їхнім Спасителем. І я думаю, вони очікують на ті небесні оселі, які він прийшов приготовити для кого? Для своїх вірних дітей. Ми чули свідчення про те, що брат Саша присвятив своє життя для Ісуса Христа. Він пішов вузькою, тернистою дорогою, але кінець цієї дороги – Царство Боже в небесах. Давайте ми будемо всі разом мріяти про те, щоб не збочити з правдивої дороги, але з терпеливістю і з надією в серці досягнути отого бажаного і благословенного місця на небесах. Друзі дорогі, ми добре розуміємо, що багато віруючих у своєму житті, вони думають про той неминуючий факт, що там, на небі, їм належить стати перед судним престолом Христовим. Деякі люди лякаються цього престолу. Друзі дорогі, на цьому престолі, перед яким явиться християнин, не буде вирішено питання, спасенний ти чи не спасенний, бо ти вже на небесах. Але там відбудеться оцінювання нашої праці, що ми робили, будучи живими, як ми реагували на нашого брата, на нашу сестру, чи вміли ми протягнути руку допомоги, чи вчасно підставили своє плече. Хай Бог поможе нам, поки ми живемо, поки ми розуміємо, що нам треба явитися перед Божим лицем, щоб ми виправлялися, щоб ми робили все необхідне, щоб не бути засудженими, але щоб прийняти нагороду. Нехай Господь благословить всю родину
іти вузькою стежиною, але кінець її – Царство Боже в небесах. І блаженна зустріч з Ісусом Христом, для якого немає неможливої жодної речі. Брати і сестри, по-справжньому ми починаємо розуміти і оцінювати втрату, коли її не стає. Поки ми живемо, давайте будемо реально відноситися до наших рідних, до наших близьких, до наших знайомих. І все, що в силі наша рука робити, давайте будемо це робити, щоб мати від Господа не осудження, але щоб мати нагороду. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні тут, щоб звернутися до дружини, до родини, до близьких, до дітей, щоб від імені Української біблійної церкви передати вам співчуття від всіх наших служителів, від всіх ваших друзів, можливо, ті, хто зараз навіть знаходяться в залі, ті, хто не змогли прийти. Хай добрий Бог потішить вас і нехай підкріпить вас. У житті царя Давида сталася подія. І ті, хто знаходилися поруч із ним, боялися прийти до нього і сказати йому про те, що відбувається. Але Писання каже в другій книзі Самуїла про те, що Давид молив Бога за дитину. І постився Давид, і входив до кімнати, і ночував, поклавшись на землю. І ті, хто знаходилися навколо Давида, дивилися за ним і розуміли, наскільки в нього є сум, жаль і печаль на його серці. Але по-людськи вони нічого не могли зробити. І Писання каже, що коли прийшов сьомий день, написано, що померло те дитя, а Давидові слуги боялися йому про це сказати. І ось коли Давид побачив, що слуги щось шепочуться між собою, написано, що Давид зрозумів, що померло дитя те. І він запитався у слуг своїх, чи померло дитя. І вони відказали, померло. І звівся Давид із землі, і помився, і намастився, і змінив свою одежу, і війшов до Господнього дому, і поклонився. Потім увійшов до свого дому і захотів їсти. І поклали йому хліба, і він їв. І слуги почали питати його, що це ти робиш? Поясни нам. Воно не зрозуміло для нас. І Давид відповідає і говорить такі слова. Коли дитя ще жило, я пустив і плакав, бо казав, хто знає, може Господь учинить милість мені, і буде жити те дитя. А тепер померло воно. На що я буду постити? Чи зможу я ще повернути його? Я піду до нього, але воно не вернеться до мене. Дорогі друзі, брат ваш, чоловік, батько до вас не повернеться. Але Писання каже, що ми всі туди підемо. Якщо збережемо нашу віру, якщо будемо вірними Господу, Господь дав нам чудову надію і сказав, що ми маємо цю надію, і ми зустрінемося із Ним. Тому нехай Господь благословить не втрачати цієї надії, жити надією, що прийде день, і ми колись всі разом зустрінемося у ніг Господа нашого Ісуса Христа і будемо вічно з ним пробувати і славити Його святе ім'я. Я хотів би, щоб ви включили на екран ось цю фотографію, якщо можливо, оператора, щоб зробили її трошечки ближче. Я не знаю, чи ви мали можливість на неї подивитися ближче, на цю фотографію, але вчора, коли ми отримали запрошення, і там була ось ця фотографія, я подивився,
на брата Сашу. Все, що ми можемо побачити на фотографії, це фотографії прекрасного молодого чоловіка з посмішкою. Але є одна річ, яку я побачив на цій фотографії. Якщо ви подивитеся прямо ось так в лице цій фотографії, ви зауважите всі, що він не дивиться ні на кого із вас. Подивіться, будь ласка, добре цю фотографію, згляньтеся в неї. Обично, коли ми фотографуємося, нас просять, дивися в камеру, і коли ми фотографуємося, тоді видно, що ми дивимося прямо на когось, хто дивиться на фотографію. Але ось на цій фотографії цей чоловік дивиться кудись трошечки далі. Кудись трошечки далі. Я не знаю, коли була зроблена ця фотографія, але я думаю, що це, напевно, недавно зовсім. Скільки часу, я не знаю. Але я думаю, що коли ви вдивитеся в неї, ми можемо прочитати те, що Господь сказав у Слові Своєму. Я прочитаю із книги Екклезіаста, місце і Слово Божого, про те, що Екклезіаст написав ось такі слова. «Я бачив роботу, що Бог був дав людським синам, щоб трудилися над неї. Усе Він пригарним зробив свого часу і вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. Я знаю, немає нічого кращого в них, як тільки радіти і робити добро у своєму житті». Ось там, на цій фотографії, десь там, внутрі, Писання каже, що ось там внутрі є вічність, котра була закладена Богом, закладена в кожного із нас. І я вам скажу, що дивлячись на цю фотографію, я можу чітко і ясно сказати, що на цій фотографії Саша дивиться у вічність. Він дивиться у вічність. І тепер буде чекати, коли у вічності ми всі разом зустрінемося. Хай Господь поможе зберегти кожному із нас присутніх віру в Господа. Хай допоможе нам дойти до вічності. Ще раз, нехай Господь благословить всю сім'ю, дітей і всю велику вашу родину. І нехай підтримує вас. З Богом! Дорогие друзья, у нас будет общее пение. Потом мы споем группой. Споет брат Николай Ткачук, споет хор. И далее брат Юрий скажет несколько слов. Брат Валентин Карп поделится с нами некоторыми переживаниями и засвидетельствует. И брат Борис закончит сегодняшнее это служение. Вставши, давайте споем общим пением. Любовь.
Христа святая всех в одно соедини. В небе, в небе скоро буду я, буду там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. В небе, в небе скоро буду я, буду там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. О, отчизна дорогая, странник жаждет по тебе, и шаги все ускоряя, он спешит к родной стране. В небе, в небе скоро буду я, буду там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. В небе, в небе скоро буду я, буду там, где ждут друзья, буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. Присаживайтесь. Дорогие друзья, с братом Александром я всего сталкивался раза 3-4, потому что я прилетел в Америку, и он, наверное, уже болел, как я подозреваю. У меня осталось такое впечатление, что очень добрый, спокойный и всегда любил переводить серьезные, такие напряженные разговоры в плавно, такое спокойное общение. Это то, что я за 3-4 раза общения с ним вынес такое. Но рассуждая и общаясь с друзьями, которые в этой церкви уже давно, я от лица всех певцов, всех групп, всех хоров хотел бы еще раз от всех нас выразить наши соболезнования семье. Знаете, мы плачем, мы тоскуем, нам больно, мы не хотим отпускать, потому что мы не хотим терять этих людей, потому что нам хорошо с ними. Но если посмотреть чуть дальше, эти люди там, в небе, там, о котором мы мечтаем. Это то небо, о котором мы мечтаем, куда мы стремимся. Но мы не хотим отпускать не потому, что мы не хотим, чтобы они туда шли. Мы не хотим отпускать, потому что нам не хочется терять таких дорогих нам людей. Потому все певцы, вся группа, все группы, все хоры, братья, которые на аппаратуре, наши искренние соболезнования. Брат Александр был как бы связывающим звеном между аппаратурой, между нами, певцами, между певцами, аппаратурой и между братским советом. Он как бы регулировал все эти общения, все эти моменты. И, конечно же, и нам всем его будет не хватать. Будет не хватать такого человека, который умел спокойно, мирно решать все эти церковные вопросы. Пусть Господь прославится. Далеко, далеко.
Слава Богу, брати і сестри! Є така російська поговірка: друг познається в біді. Хочу виразити свою подяку від мене, від моєї дружини, я думаю, від Наді. Всім вам, котрі прийшли розділити нашу печаль. Дякую всім. Хай Господь благословить вас. Улетают года неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Теряем друзей на развилках дорог. Улетают года, мы уж жить не спешим.
Не стремимся вперед, все о прошлом грустим. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Ничего, ничего не воротишь назад. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Ничего, ничего не воротишь назад. То взгрустнем мы порою о прошлых друзьях, то вздохнем о напрасно потерянных днях. Что так много бывает ошибок и зла, что нельзя возвратить и исправить нельзя. Что так много бывает ошибок и зла, что нельзя возвратить и исправить никак. Мой Господь, пред Тобой я в смиренье стою. Ты ведь знаешь все сам, знаешь душу мою. Знаешь ты все печали и скорби, и стон. Ты создатель миров, ты владыка времен. Знаешь ты все печали и слезы, и стон. Ты создатель миров, ты владыка времен. Мой Господь, пред Тобой я в смиренье стою. Утешаешь людей, не подавай.
Хотелось бы сказать от всей церкви, прежде всего Наде, я знаю Надюшей, Алекс называл ее, Алина, Алочка, Алинка, Вадимчик, драгоценные, от всей церкви мы хотим сказать вам утешение, соблазнование, драгоценные. Если бы, я верю, что вся церковь, она наполнена сейчас любовью, потому что у нас излился Дух Святой. Вот все бы подошли к вам, даже старцы, самые маленькие, ручонки дотянулись бы вас для того, чтобы обнять вас. Это Дух Святой, возлюбленные. Вы знаете, я, как и все вы, я не имею пророчества, дар, но, как и все вы, имею откровение, Слово Господне. Когда Слово Господне загорается в нас откровением Господним, и мы понимаем Его. Но я, знаете, задаю много Богу вопросов, и задавал Господи, Отец мой, я прошу Тебя, объясни мне, как Ты свою церковь питаешь и греешь? Братья и сестры, я это пережил два раза. И вот последний раз это во время похорон моего отца. Я сижу здесь на первой лавке. Вы не представляете. Это как вот теплое одеяло. Не передать. Какая теплота сошла на меня. Братья и сестры, я пережил такую теплоту Господню. Такую теплоту Духа Святого. Пел хор, пели группы. Вот я как на небесах. Я уже как на небесах такое утешение пережил. Возлюбленные, Господь сказал, я вас оставляю, но я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого. Почему Он говорит, я умолю Отца? Самое драгоценное, что есть у нашего Отца, это Его Сын и Дух Святой. Это такая святость, такая любовь огромная. И он говорит, я его молю. И он придет в самое сердце церкви. Слава Господу. Поэтому никогда не забудете вы добрых дел. Надюша, Алина, Алочка, Вадим, никогда не забудете. Потому что когда дела отца вашего, они были в Боге соделаны, а это дела никогда не забудутся. Ни слова никогда не забудутся. Но Господь, Он не умаляется. Он еще больше возрастает в своей любви, открывая нам свою любовь. Поэтому верьте, что Господь еще более утешит вас. Еще более утешит вас Духом Святым. Пускай Господь благословит вас. Когда-то, вы помните все, иудеи пришли, чтобы утешить Марию, Марфу. Лазарь умер, друг Иисуса Христа. Я верю, что если бы сейчас Господь был на земле и проходил бы вот сейчас мимо, да, и услышал, что случилось такое, обязательно пришел бы.
И он пришел в лице церкви в утешение вам. Пускай Господь благословит вас. И тогда Господь был в теле, пришел и начал плакать со всеми иудеями. Я размышлял тогда: Господи, почему ты плакать начал? Такое получил для себя вразумление. Господь смотрел на человека, насколько грех сделал большое зло, какое разделение. И люди стоят перед тем, что невозможно сделать, невозможно соединить. Если человек ушел, невозможно вернуть его. Но, слава Богу, они имели такого друга, который захотел вернуть к жизни его брата, братья и сестры. И вот я хотел бы, чтобы вся церковь, все мы поблагодарили нашего Господа за то, что Господь не только временную жизнь может вернуть, не только здоровье, но Он вернул нам жизнь вечную. Слава Господу, братья и сестры! Слава Господу, братья и сестры! Господь вернул нам вечную жизнь в Иисусе Христе. И Господь сказал, подошедший к гробу, сказал: «Развяжите, пусть идет». Он развязал каждого из нас. И мне очень нравится место Писания, которое высвечено и которое у вас вот рядом с Сашей написано, что верующий в Него, он уже перешел от смерти в жизнь. Аминь, братья и сестры. И это все мы благодаря нашему Господу Иисусу Христу. Слава нашему Господу! Вот такое утешение, пускай Господь, и хотелось бы от лица церкви еще место Писания оставить. Господь уже, когда собрались иудеи, они хотели увидеть того, который на праздник приходил, который воскресил Лазаря, хотели Лазаря увидеть. Они шли за ним, потому что он кормил, а тут еще и воскресил. Братья и сестры, я думаю, что если бы сейчас появился такой человек, я думаю, что весь мир собрался бы к такому человеку, который может исцелять, воскрешать. Все бы за ним толпились. Братья и сестры, слава Господу за то, что толпимся мы за ним и познали, что он дает нам жизнь вечную. И он получил эту заповедь, это место Писания, это от Иоанна написано 12 стих. «И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю вам, как сказал мне Отец». И возлюбленные дети, я верю, что говорил папа, он говорил все, потому что переживал общение с ним, с Иисусом Христом. Иисус Христос, будучи верен своему Отцу, Он настолько верно выполнил заповедь, Он говорит: заповедь есть Его, для меня жизнь вечная, братья и сестры. Как хорошо, что Он был послушен Отцу своему, братья и сестры. Поэтому мы имеем жизнь вечную. Дети, для вас все, что говорил папа, исполняйте так, как Господь исполнил заповедь своего Отца. Будьте благословенны. И все дети в семьях да будут благословенны в исполнении заповедей своих родителей. В утешение вам, пускай Господь даст это место Писания, чтобы вы всегда помнили, что слово, которое Отец вам говорил, это было слово от самого Господа. Утешение от всей Церкви. «Скорблю о тебе, брат мой, ты был очень дорог для меня». Действительно, мой брат был очень дорог для меня во всех отношениях. Мы были очень близки. И вы знаете, вот такое место. Проходя близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его. Оттуда, идя далее, он увидел других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их». Когда Иисус избирал на служение учеников, Он призвал двоих братьев, а потом еще двоих братьев.
Что-то подобное было и в нашей семье. Мы родились в христианской семье, это милость Божья, где у наших родителей Бог и церковь были на первом месте. Все остальное это было потом. Из детства отец нас призывал служить Богу, во всякое время надеяться, надежды возлагать на Бога, помогать друг другу, быть дружными. У меня один единственный брат. И Господь призвал нас на служение в одно время. Это было 19 апреля 2009 года, когда мы вместе начали служить Богу. Наш отец никогда не дарил нам подарков на день рождения, но на день рукоположения он принес нам одинаковые две картины, где Иисус Христос омывал ноги своим ученикам и подписал, чтобы вот так служили мы Господу. Я благодарен Богу за такую великую милость. Знаете, не знаю за это время, кто из нас больше потрудился. Мы трудились немножко в другой сфере. Мой труд был очевиден, я был больше за кафедрой, здесь на сцене, а он был чуть сзади. Но мне кажется, что он намного больше потрудился. Мы проходили как-то с братом Василием Кузьмичем нашим, и он говорит: смотри, и это он делал, и то он делал, и там он был. Знаете, друзья, очень часто надо было что-то сделать. Я просто позвонил, говорю: Саша, пожалуйста, сделай. Я смотрю, машина его заехала, он быстренько сделал, выехал, я ему звоню: ты же дорого заплатил, церковь тебе вернет деньги. И он постоянно говорил: я хочу сделать что-то, чтобы было там. Он уже то нашел. В нашей семье он всегда старался быть первым. Он был самый энергичный, самый бодрый, первый в Америку приехал и многое чего делал первым. И к Иисусу тоже ушел первым. Знаете, в этой болезни он очень-очень искренно молился. Когда я приходил к нему, меня очень воодушевляла та молитва, которую он молился. Он постоянно благодарил Бога за свою болезнь. И я, знаете, даже как-то сам смотрел, думаю, ну как можно в каждой молитве? И он говорил: я благодарю Бога, что моя смерть не будет внезапной. Я знаю, что у меня есть время приготовиться. У меня есть время еще раз и еще раз пересмотреть. Он говорит, иногда то, что в жизни мы вообще не обращаем внимания, а в такие моменты мы понимаем, насколько это важно, и за это также каемся и обращаемся к Богу. Слава нашему Господу! Знаете, меня вдохновляли Его молитвы, Его жертвенность. Мы много делали, мы построили два молитвенных дома. И иногда, когда я просил или говорил, что надо что-то покупать, я даже как-то с осторожностью, потому что я знал, что он как-то необдуманно он принесет большую сумму. Я его часто спрашивал: Саша, как дети, как Надя отреагирует? Ну, это много, я знаю, сколько ты зарабатываешь, ты не можешь это дать. Но у него было сердце и правда на жертвенность необдуманный. Он очень-очень был открытый. Он никогда в церкви ни разу не сказал, что это не мое дело и это я не буду делать. Все, что надо было делать, и он умел, и мог, он делал. Слава за это Богу! Знаете, одно он не послушал. Когда мой отец умирал, он позвал его и сказал: Саша, я прошу, чтобы ты помогал Валентину по жизни, но пусть он извиняется уже перед ним. Таков путь его и такова кончина его. И одно еще место хочу напомнить. Помните, Илия и Елисей, они вместе трудились, они вместе служили, и в какой-то момент, когда они шли дорогою, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Что-то подобное было. Я стоял на коленях, он лежал на кровати. И какое-то мгновение, исполнившись Духом Святым, я сильно молился, Надя рядом стояла на коленах, и я увидел, как он перестал дышать, я увидел, как он ушел к Господу.
И знаете, я размышлял, думаю, Господи, мне так хотелось, чтобы он еще немножко побыл со мной, послужил, помог. И как-то позвонил мне мой дядя Ваня Киселица и сказал, говорит, ты знаешь, я срываю виноград. И я заметил, что если виноград сорвать чуть раньше, он еще не спелый, а если чуть позже, то он осыпается и много потеряется хорошего. Его надо сорвать вовремя. Поэтому Бог отозвал твоего брата вовремя. И я верю, что это правильное время. За это благодарю моего Бога. Он ко мне не вернется, а мы к нему пойдем. Я хочу обратиться ко всей церкви, ко всем друзьям, братьям, сестрам, от всей души, от нашей родни, лично от Надежды, от детей. Мы вам очень благодарны, потому что, когда вы услышали об этой болезни, многие из вас молились, постились, и, как Саша говорил, я никогда не знал, что у нас такая добрая церковь. Меня дети брали за руку и говорили, Саша, мы молимся за тебя. Бабушки обнимали и говорили, мы молимся за тебя. Мы благодарны за искренние молитвы, за посты, которые брала наша церковь, за поддержку, которую вы высылали, текст-месседжи, звонили, посещали. Пусть Господь благословит, и пусть эта болезнь обойдет далеко ваши семьи и родства, и пусть милость Божья будет над вами. Знаете, один момент такой трогательный. Он был служителем, он разносил хлебопреломление. И одно воскресенье, когда он должен был здесь стоять, он уже не был, он был на аппаратурской, и там где-то в этом смотрел просто в экран. И он говорит, зашел ко мне брат Славик Свержевский, говорит, это ответственный за эту группу. Говорит, он нашел меня там, обнял меня за плечи и вместе со мной плакал и молился. Пусть Господь вас благословит, брат Славик, за ваше доброе сердце и терпение. Также хотел обратиться к Надежде. Вы знаете, я смотрел, как она ухаживала за ним, как она делала все то, что могла. Иногда мы говорим, что она сделала все, что могла. Надя, пусть Господь тебя благословит. Я видел, когда ты делала больше, чем могла. Я видел твою любовь, я видел твою заботу. До последнего жертвовала и делала все. Всем деткам пусть Господь благословит. Друзья мои, пусть будет милость Божья над каждым из вас. А мы вам искренне благодарим. Мир Божий, дорогая церковь, все присутствующие на этом похоронном служении, друзья, мы пришли в дом плача. Слово Божие говорит, и услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Дорогие мои, каждый в отдельности пришел на это место. Я извиняюсь, что стою к вам спиною, но сегодня у нас печаль сердца. Друзья, Господь позволил брату Александру прожить 55 лет здесь, на этой земле. Знаете, сидя на этом месте, я понимаю, что это был человек, которого избрал Господь. Слово Божие нам говорит, что не время умирать, когда мы читаем Екклесиаст 3 главу, что время родиться, время всему на свете. Мы понимаем, что воля Божья, и иногда в жизни своей мы задаем вопросы, на которых не имеем ответа. Друзья, но придя на это место, наше сердце, оно делается добрым, лучше. Мы, братья и сестры, в присутствии Господнем размышляем о нашей жизни, о наших поступках. Мы понимаем, кто мы есть сегодня пред Господом, каковы мы, дорогие мои. Мы для брата Александра, ушедшего к Господу, уже ничего ему не поможем, но оставшись на этой земле, мы, как люди, как братья, как сестры, как Христова Церковь, понимаем, что мы имеем большую ответственность здесь, живя на земле, так прослужить,
чтобы быть там на небесах. Когда хор пел псалом «Небеса манят меня», обращаюсь к каждому в отдельности, манит ли тебя Господь сегодня в небеса, готов ли ты? Братья и сестры, немножко о Саше. Я мало его знаю, больше так Валентина. Я как-то в прошлом году у вас сделал здесь некоторые работы по крыше. Он пришел, я знал, что он больной уже. Пришел, запрыгнул со мной и обошел всю эту крышу вашу. Так бодренько, размышляя здраво, так посмотрел, слава Господу, хорошо, познакомились с ним. И как было вами сказано, он любил Дом Божий. Он любил людей, он любил служение, которое было ему вручено. Когда мы смотрим Священное Писание, Слово Божие нам говорит, что когда 12 апостолов остались после Иисуса Христа, начала возрождаться церковь, произошло что? Люди, 12 апостолов, начали избирать диаконов. 6 глава Деяния апостолов говорит слово так, 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды вашей 7 человек, изведавших, исполненных Святого Духа и мудрости». И 5 стих. «И угодно было это предложение всему собранию». И избрали, кого там избрали? Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора. Но вы избрали Сашу, которого нету сегодня с нами. Братья и сестры, это был человек по слову, свидетельству и по жизни его, который был исполненный Духа Святого, который был муж веры и имел мудрость свыше. Друзья дорогие, являясь служителем церкви Russian Gospel Church в Вудбурне, приношу вам, как родственникам, Валентину, всей семье, Надежде, детям, сестре вашей, Николаю, всему вашему родству Карпу, соболезнования. От нашей церкви, ехав сюда, зная, что буду на этом служении, от брата Вениамина Шевченко, также разговаривая с ним, приношу вам искренние соболезнования и поддержку в молитве. Друзья, 11 сентября... Я посмотрел сейчас на телефон. Я с Валентином имел длинный разговор, 43 минуты. Он собирался ехать в Молдавию, думал, не думал, как, и вот он остался, потому что всему тому брат отходил Господу. Дорогие мои, встречаясь с ним, и когда он всегда говорил о том, что какой у него брат, хотелось бы, чтобы каждый имел такого, дорогие мои. Хотелось, чтобы мы понимали, что мы в Доме Божьем ненадолго. Наша задача здесь оставить такой след, как оставил этот человек. Я всегда говорю на похоронах, что, братья и сестры, мы всегда хвалим наших братьев, наших сестер, когда их уже нету. Но когда мы будем хвалить, благословлять, когда они есть среди нас, когда они служат нам, дорогие мои, делайте это с вашими братьями, с вашими служителями. И это войдет вам в благословение. Посмотрите, в нашем разговоре брат Валентин сказал такое слово: «О, как бы я хотел, чтобы Бог соделал милость над моим Сашей, братом моим». Это бы было такое большое свидетельство для церкви, для народа Божия, чтобы Господь поднял его. Вера бы во многих укрепилась, дорогие мои. Но это слова, как мы не знаем. Мы задаем иногда Господу вопросы, и мы не знаем. Меня умерла моя сестра в 46 лет, 2 года назад от ковида. Умер отец, умерла мать, я остался один, у меня 7 детей, моя жена и все. Все мое родство. Я часто молюсь Господу и не имею опоры, дорогие мои, понимаю, что как тяжело остаться одним, но наша надежда, это есть Господь. И вот сегодня в этом служении, призывая имя Господне на вашу семью, ваша надежда только Господь. Братья и сестры, мы приходим, и наше сердце становится лучше. Но прошу вас, как церковь, здесь Христа Спасителя, когда мы разойдемся, найдите время поддержать этот дом. Найдите время вместе помолиться, позвоните, напишите, не оставьте их, но поддержите, подложите, дайте им руку помощи, подложите свое плечо, в чем они, может быть, нуждаются, деток благословите.
Дорогие мои, это участь христианина. И когда мы приходим, сетование лучше смеха, Слово Божие говорит, и потому что при печали сердце становится наше лучше, добрее. Вот мы сегодня добрые, благословенные, молимся, благословляем, это правильно. Продолжайте это делать всегда. И не только с этой семьей. Где вы видите нужды, где вы переживания видите, где вы видите трудности, подставьте свое плечо, как церковь. Друзья, возвращаясь к Александру, хочу сегодня обратить внимание на тех братьев, которых избрал Господь вот здесь, в доме вашем, здесь, на этом месте. Имейте добрую веру, Духа Святого и мудрость. Церковь вас избрала для служения. Помогайте брату Валентину. Поддержите его в трудную минуту, в служении его поддержите. Пусть Господь благословит всех диаконов. Я вас знаю, у вас есть много диаконов, служителей. Подставьте руку помощи, чтобы это было видно, чтобы он это почувствовал, чтобы переживания как-то легче прошли вот эту семью. Поддержите жену брата Александра. Дорогие мои, мы в Доме Божьем сегодня, и обращаясь к церкви, каковы мы? Каковы мы сегодня? Как мы чувствуем сегодня? Готовы ли мы перейти к Господу? Вы знаете, брат Александр, всего на 10 лет старше от меня. Я часто задумываюсь, Господи, а если следующий я, что тогда? Готов ли я? Готова ли ты, душа, сегодня встретиться с Господом? Вы знаете, на украинском нам было прочитано, сегодня я хочу прочитать на русском. Посмотрите, это место Слова Божьего говорит 2 послание к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Друзья, обращаясь к вам, мы не оставленные. Господь нам приготовил то лучшее, к чему мы стремимся. Но сегодня, проповедуя здесь, на этом месте, утешая родственников и понимая, обращаюсь к Церкви Божьей, может быть, в этом служении ваше сердце стало мягче. И вы, дорогие мои, чувствуете, что еще не все так, как требует Господь. Может, кто-то и сегодня и имеет особые переживания с Господом пойти или без Него. И вы ставите весы, и как-то ваши весы то в одну, то в другую сторону. Я вам предлагаю сегодня Господу. Господу, друзья, потому что если Господь придет внезапно, да, мы ожидали смерти брата Александра, но если Господь придет внезапно, где ты, душа дорогая, будешь? С Господом или нет? Был Лазарь и был богатый человек. И мы знаем, что произошло, притча из Библии. Сегодня мы видим, что молодые могут уйти, старшие люди, это так положено, но, обращаясь к Церкви Божией, давайте взвесим себя. Сегодня Господь говорит, «Мене-мене текел упарси». Сегодня весы на этом месте. Каков ты, каков я сегодня пред Господом? Братья и сестры, это дом печали сегодня, но мы понимаем, что Господь может отереть наше сердце, наши слезы, дорогие мои, ваши слезы, любимые наши. Господь может проявить свою милость и Духом Святым, коснуться каждого в отдельности. И вот сегодня время подумать, взвесить, каков я пред Господом. Дорогие мои, мы идем к молитве, долго не буду задерживать, уже времени нету, но призываю народ Божий, каждого в отдельности подумать сегодня, готовы ли мы встретить Господа? Готовы ли мы иметь тот дом нерукотворенный там на небесах? Имеем ли мы дерзновение сказать, Господь, вот я, приди, возьми меня? Или, может быть, сегодня как-то мы медлим, дорогие мои, а жених идет. Вот это огонь, вот эта кадильница, маслянка, или как выразить, фитиль наш, горит ли он сегодня пред Господом? Имеем мы дерзновение сказать, Господи, смотря на мужа Твоего, Александра, который посвятил свою жизнь Господу, хочу быть таким, как он, и лучше даже. Молодые люди, обращаюсь к вам сегодня, ко всем, кто слушает. Я посмотрел, очень много людей смотрят сейчас на онлайн. И каждый сегодня взвешивает себя, стоя пред Господом, каков я. Я стою на этом месте, обращаюсь к вам и переживаю, Господи, таков ли я сегодня пред Тобою, если Ты придешь за мною, буду ли я вместе с Тобою? Помоги нам, Господь.
Дорогие мои, мы идем к молитве. И во время молитвы давайте что сделаем? Благословим дом Карпу. Благословим именем Господним. Помолимся за них, благословим их, чтобы Господь пришел утешить. Мы жалкие утешители, друзья. Но если Господь придет, если Дух Святой коснется сердец, это как елей на душу, друзья. И в то же время помолимся Господу. И может быть, кто-то есть на этом месте, кто хочет заявить, помолитесь за меня, ибо я не таков. Помолитесь за меня, ибо я вижу, что не то, что нужно во мне, не тот дух живет во мне, как-то взвешивая себя и какую-то сторону перевешивает, но не Господу. Скажите это Богу. Придет всему конец, друзья. Было прочитано, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших. Они воскреснут прежде. И мы, оставшиеся в живых, во мгновение пойдем на облако, мгновение, моргните, и все, друзья. А готовы ли мы сегодня встретить Господа? Готов ли я встретить? Этот вопрос задается сегодня в Доме Божьем еще раз. Проверим себя, дорогая церковь, возлюбленная Господом Иисусом Христом. Господь, как было сегодня сказано, умер за себя и меня, чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы мы, друзья, понимали, что Господь с нами, если мы с Ним, а мы ли с Ним сегодня? Сегодня Господь своим Духом Святым касается каждого в отдельности. Я молюсь, чтобы Господь прошел по рядам, каждому сердцу, чтобы Он прошел по хору, и мы взвесили себя и сказали: Господи, вот я на Твоих весах. Я в доме плача. Я в доме плача. Я хочу быть верным Тебе. Я хочу служить Тебе. Хочу отдать свое сердце Тебе. Братья и сестры, встанем. Господь с нами, мы в Его присутствии. Дух Божий говорит, что в церкви, в Доме Божьем есть те люди, которые не полностью отдали себя на служение. Господь зовет сегодня в Доме Божьем. Господь призывает каждое сердце. Братья и сестры, да, это служение похоронное, но когда мы воскрешаем себя, наш дух для Господа, это более важно, дорогие мои. Пусть Господь нас благословит. Если есть таковые и хотите, чтобы за вас помолились, пройдите, не стесняйтесь. Сегодня церковь благословит вас. Сегодня это служение пред Господом. Братья и сестры, Господь с нами. Аллилуйя, слава Ему за это. И благословим семью Карпов. Аллилуйя, Господи Боже наш. Мы, Господь, стоим пред Тобой ныне, Господи, авоочи. Аллилуйя, гласили мы регланты, авоочи, Дух Святой, Господь. Господи, мы стоим, Господи, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Аллилуйя. Гласили мы регланты, авоочи. Гланты, гласили мы, аллилуйя, Господи. Господи, Ты знаешь, Господь, сегодня мы здесь, на этом месте, чтобы поддержать семью Карпов, Господь. Господи, отец ушел, Господи. Осталась жена, остались дети, родственники, братья, сестры, брат, сестра. Господи, мы благословляем их именем Иисуса Христа, Господь. Мы, Господи, жалкие утешители, но Ты, Господь, тот, который можешь утешить, Боже. Прояви свою милость сегодня, Господь. Благослови, Дух Святой, аллилуйя, Господи. Господь, мы есть Твое наследие, Господи, мы идем к Тебе в молитве. В этот час и мы просим, благослови церковь Твою, укрепи эту семью, Господь мой. Мы разойдемся, но они останутся со своими проблемами, нуждами, переживаниями. Господи, в этот час коснись и благослови, Господи. Благослови, приди, как утешитель, Господь. Або отче, мы взываем Тебе, Господи, Дух Святой. Коснись Ты каждого сердца, Боже, в этом служении, Бог наш. Отец, пусть народ сегодня проверит, Господи, себя. Готовы ли мы встретиться с Тобой, Господь? Готовы ли мы отдать Тебе, Господи, сердце свое на служение? Або отче, Господи, прошу Тебя, касайся каждого сердца на этом месте, Господь, чтобы мы сегодня себя проверили, Господи, таковы ли мы пред Твое величие, Господь. Можем ли мы, Господи, в жизни нашей сказать добрые свидетельства за нас? Могут ли мы, другие люди, Господь? Прошу Тебя, Господи, в этот час благослови эту церковь, Господи. Укрепи, Господь, братьев, Господи, на этом месте.
укрепи руки брата Валентина, Господь, да будет он благословен в служении во имя Иисуса Христа, чтобы он, Господи, братья заменили ему брата в служении, в помощи, в совете, в молитве, Господи, чтобы он чувствовал это прикосновение. Особая просьба за жену Надежду, за детей, Господи, во имя Иисуса Христа, благослови этот дом. Благослови, Господи. Утешь, Господь, мы жалкие, утешили, но Ты, Господи, силен соделать все в жизни сестры нашей, Господь. Они жили прекрасно, Господи. И мы зачастую имеем вопросы, на которых нет ответа, Господь. Но Ты есть ответ, Господь. Ты есть утешитель. Помоги, чтобы елей священный сошел на этот дом, Господь. И благословение Твое было, Господи, на этом доме во имя Иисуса Христа. А народ был отзывчивым и благословлял друг друга, благословлял эту семью. Господь, пройди по рядам сегодня и услышь, посмотри в каждое сердце, готовы ли мы встретить Тебя сегодня. Господи, готовы ли мы, Господь, сказать, Господи, гради, я готов. Господь, прикоснись Духом Святым, Господи, откройся каждому, кто на этом месте, кто нас смотрит сегодня, чтобы мы рассуждали, таковы ли мы пред Тобой, Господь. Господи, мы понимаем, что не время умирать, Господь. Но мы, Господи, зачастую не знаем Твоей воли, Господь. Но мы на этой земле просим Тебя, укрепи и благослови нас, чтобы мы остались верны Тебе, чтобы мы служили Тебе от чистого сердца, а воочию. Касайся народа Твоего, благословляй церковь Твою, веди церковь Твою своей рукой, Господь. Зажги огонь Духа Святого на этом месте, Господи, чтобы народ размышлял сегодня в этом служении, в доме печали, Господь, о том, каковы мы пред Твое величие. Будь, Господи, прославлен и будь, Боже, возвеличен. Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу, братья и сестры! Мне на сердце положилось сделать еще одну молитву. Прежде чем мы разойдемся с этого места. Почему я хочу это сделать? Помолиться конкретно за всю родню. И еще одна цель – помолиться за сестру Надежду. Завтра для всех них – из собственного опыта, я знаю, это будет самый тяжелый день. Когда тело еще находится где-то там, в комнате, где завтра его привезут туда, что-то еще есть, какое-то связывающее. Ты понимаешь, что оно еще там, и что-то лежит на сердце. Но когда его предают земле, ты понимаешь, что это уже все. Назад уже ничего нельзя возвратить. И следующий вопрос, следующая цель. Помните случай, который однажды был с вдовой? У нее была проблема, она пришла к Елисею и рассказывает свою проблему. И Елисей дал ей совет. Сделай то и то. Надежда, дети, от сегодняшнего дня вы переходите под особое покровительство Божие.
Он есть отец сирот и защитник вдов. Аллилуйя. И мы молимся о том, чтобы когда в жизни надежды, возможно, будет какая-то проблема, сам Бог пришел и разрешил это сделать. Я хотел бы, чтобы все наши служители поднялись сюда на платформу. Пожалуйста, занимайте это место. Вставайте, пожалуйста, проходите. Хочу всех служителей, которые тоже есть на этом месте, пройдите сюда, независимо в какой вы церкви. Я бы хотел, чтобы мы на Слово Божие, говорит, воздвигните руки ко святилищу и благословите Господа. Я хотел, чтобы мы воздвигли руки и благословили все это родство, благословили своей молитвой сестру Надежду. А вся церковь встанет, и мы будем молиться. Аллилуйя! Аргобада грабеда сада, элгодабада грабада сада, алва отче, аллилуйя. Ашан били грабеда стали беда грабеда сада, алва отче. Аллилуйя, 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 аминь. Аминь, ребеда штаки, ребеда грабада сада, алва отче. Аллилуйя, Господь, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, Боже наш, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, аллилуйя. Аргамадашана алгурибинесана алвоче. Аргибинесана ирдебада грабанесана алвоче. Аллилуйя, 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 Господь. Аллилуйя, Бог наш, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, аллилуйя. Аминь. Аргабадашаны ирбедаштаки ребеда грабедасан. Аргабадашану алгуридаштаки ребеда стал ребедас. Аргубинашаны ирдамана грабадаштал ребеда грабедасан. Аллилуйя, Господь, аллилуйя. Аминь! Аминь, Боже наш, аллилуйя! Аргамадасана алгарамада грабедасана алва отче! Мы призываем, Господи, Твое утешение! Еще раз и еще раз, аллилуйя! Мы призываем Твое благословение, аллилуйя! Для всех родных, близких, Господи Боже! Завтра это будет тяжелый день! Но мы призываем Тебя, пусть сила свыше, аллилуйя, она, Господи, сойдет на них. И когда будет предаваться тело земле, Твоя сила да утешит, аллилуйя, да поддержит, укрепит, Господь, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Господи, мы верим, что Ты тот, который назван за судья вдов и защитник сирот. Мы, Господи, благословляем нашу сестру Надежду, аллилуйя, именем Твоим святым, аллилуйя, как некогда в той, Господь, случае, которая была в одной, Господь, всемогущей вдовы. Ее муж боялся Тебя, аллилуйя, и когда пришла проблема в ее дом, Ты вышел навстречу и разрешил эту проблему. Господь, мы молим Тебя, и если когда-то в ее жизни будет какая-то проблема, выйди навстречу и яви Твою милость, и разреши это. Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе! Мы благодарим Тебя, славим Тебя за то, что Ты можешь сделать несравненно больше, о чем просим, о чем помышляем. Тебе хвала да будет во веки вечные. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Наше собрание закончено. Завтра, если Бог позволит нам прожить до этого времени, в 11 часов будет последнее похоронное собрание там, на Милплейне. Все, кто имеет время, все, кто имеет возможность, пожалуйста, придите. Поющие,
проповедующие, если у вас есть возможность оставить свою работу, придите, в последний раз отдадим для нашего брата, для нашего сотрудника. Он был одним из нас, те, которые здесь, на этом месте, несли служение. И сделаем это, чтобы Бог на небесах, Бог воздаст вам это во сто крат. Сейчас, когда мы закончим молитву благодатью, все, кто желает выразить свое соболезнование, можете пройти по этому центральному ряду, и, повернувшись сюда, вы можете сказать или просто пожать руку. У нас здесь много людей, можно не задерживаться и проходить, и посказать свое соболезнование. А сейчас мы встанем на наши ноги и закончим собрание благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Да благословит вас всех Господь.